проводить и дальше. Тем временем наш штрафной. Дальний удар по воротам. Пожалуйста, уже есть опасный момент. И в броске, в самом настоящем, дело заканчивается вот таким интересным моментом. Пробьют, в конце концов, по воротам или нет? Да, и удар последовал по воротам. Это Путилин нанес дальний удар. Вступает. Удар следует. И опять со штрафного. И еще один удар. Мяч прыгает по линии. Ух, какой гол! Вот вам, пожалуйста! Футбольная национальная. Стадион КамАЗ немножко притих. Ну так, в общем, люди есть на трибунах. Я, правда, не знаю уж, насколько постоянно хорош. И опять перспективная атака. И передача блестящая. Теперь бы еще исполнить. Исполнили. Вот вам и контратака. И что, Парников второй мяч забивает. Этого сезона. 1 января 2011-го. Ответил КамАЗ, ответил, так ответил. Моментов просто море. Мирослав Клозе. Еще один навес. Ну вот Сердюков до мяча дотянулся. Спаренные матчи в футбольной национальной лиге. Такие-то выезд за выездом дальние. До этого тоже играл дома, но проиграл. И опять Газовик с мячом. Чем дальше, тем интереснее. И удар в дальний угол. 3-0. Я говорю. У англичан есть еще одно такое превосходство над многими другими. Что радует всегда. Они никогда бороться не перестают. И, кстати, сейчас это КамАЗ и демонстрирует. И еще одна атака. Близки к тому, чтобы выиграть. 6 очков в 4 таких матчах уже неплохо. Мы еще не знаем, как сыграют с Мордовией, с Нижним Новгородом. Вовсе не факт, что будет обязательно не удастся очки набрать. 10 минут остается до окончания этого матча. Хорошая комбинация на левом фланге. Кузовик. Ну, в касание. Кале. Можно бить. Да, можно было бы сыграть и потоньше в этом эпизоде. А тем временем все атакует Газовик и атакует. И еще один дальний удар. Но это был какой-нибудь уже, был бы уже какой-нибудь...